Мяч в игре. И теперь здесь так будет всегда. Баскетбол, мини-футбол, волейбол и даже хоккей на комплексной спортивной площадке будет комфортно поклонникам любой подвижной игры. Универсальное и высокопрочное искусственное покрытие должно выдержать любые нагрузки. Такой подарок детскому оздоровительному лагерю «Чайка» достался от компании «Газпромнефть». Учреждение включили в социально ориентированную программу компании «Газпром» детям. И вот итог. Новая территория для спорта. На самом деле площадка шикарная, мы давно ждали открытия, когда уже это наконец состоится. Покрытие очень нравится, резина мягкая, в отличие от асфальта, очень удобно играть, менее травмоопасно, очень универсальная. Можно играть в футбол, баскетбол, волейбол. А зимой, когда холодно, можно играть в хоккей. Опять же, резина позволяет это делать. Но сейчас лето, мы ее будем использовать по максимуму. Меньше 2 месяцев потребовалось специалистам, чтобы возвести этот объект. В 2014 году в рамках программы «Газпром детям» на территории нашего региона открыли 10 спортивных площадок. В 2015 число увеличилось до 40. Самые популярные из них – мини-стадионы и вот такие комплексные спортплощадки. Конечно, это прекрасное условие для занятий физкультурой, спортом, вот в шаговой доступности. Это как раз то, чего ждут жители, для того, чтобы можно было детям проводить свободное время, для того, чтобы организовывать занятия спортивных секций, кружков по месту жительства, по месту учебы, потому что принцип расположения этих площадок такой, что она привязывается, как правило, к существующему уже объекту, либо объекту спорта, либо к образовательному объекту, так, чтобы можно было ее содержать, эксплуатировать, следить за ее состоянием, за поддержанием ее в порядке. В 2016 году программу продолжат. В планах у компании и регионального правительства, при поддержке которого реализуется проект «Газпром детям», запустить в работу еще 25 объектов.